Всем привет! Меня зовут Олеся, я с 13 потока. Хочу выразить огромную благодарность Дарье за создание просто невероятно красивых картин, за создание этих курсов, где мы можем это все попробовать, можем попробовать научиться рисовать, когда никто в жизни не держал кисточки в руках, никогда не держал в руках в жизни стеклорез, не резал никогда зеркала. Ну, это просто восхитительно, это просто что-то вообще необыкновенное. Также хочу выразить благодарность большую за поддержку кураторам. Просто девочки очень большие молодцы. Они поддерживают, они всегда отвечают на все вопросы, на любые, вообще любые вопросы. Поддерживают тебя в любое время суток. Очень большое им спасибо. А когда я только начала, муж мне сказал, что я занимаюсь ерундой, что бросай, ты делаешь, что попало, у тебя ничего не получится. Он меня не верил. Мне было, конечно, очень обидно, досадно, но я все равно думаю, блин, ну я же начала, мне же надо довести это дело до конца. Если все могут, значит и я могу. Когда я сделала вот это дерево, он такой: ого, круто, классно. А когда я сделала ромашку, он вообще обалдел. Она ему так понравилась. Он все ждал, не дождался. Ну когда мы ее повешаем? Он прям тоже загорелся. И теперь просит, ну что, когда там следующая картина, что ты будешь рисовать, а что дальше? Девочки, настолько эмоций. Так это все круто. Меня сейчас не остановить. Поэтому, Даша, девочки, кураторы, большое вам огромное спасибо. Всех люблю, целую. Пока.